Товар на месте? На месте. Нас развели! Спасибо, что включил, с тобой Герасев. И, ребята, как часто вас обманывают? Лично меня ребята обманывают постоянно. И именно поэтому я сегодня со своими друзьями решили проверить, насколько люди жадны, насколько они готовы идти на обман ради денег. Ну давайте уже сменим немножко обстановочку, я вам расскажу правила. Ребята, у нас есть 8 добровольцев, 2 вот такие коробки. В одну из них мы кладем очень-очень много денег. В одной коробке лежат деньги, и никто из участников не знает, сколько там денег. Там может быть как 5 тысяч, так и 50, 100 и так далее. Соответственно, вторая коробка у нас остается пустая. Один из участников будет иметь возможность заглянуть в коробку и посмотреть, есть ли там деньги. Но второй участник не видел, есть ли там деньги, правильно? Но прикол в том, что коробку будет выбирать соперник напротив. И моя задача будет обмануть соперника, чтобы он забрал пустую коробку. Ну а я, соответственно, забрал все деньги себе. У нас очень интересные 4 пары. Посмотрим, насколько участники умеют блефовать и врать ради кэша. Ну что, ребят, сейчас будут первые участники Настя и Саша. Сейчас мы с помощью рулетки выберем, за какую сумму будут бороться они. Ну что, ребята, 10 тысяч рублей. И сейчас я эти деньги положу в какой-то из этих ящиков. Погнали. Ребята, первая пара – это парень и девушка. Будем решать, кто из нас будет подглядывать, на кого горлышко покажет, тот и будет подглядывать. Настя подглядывает. Все? Все? Да. Настя, у тебя есть деньги? Есть. Есть. Вот в этой коробке. Много денег? Нет, немножко. Врешь? Нет. Зал, что думаете? 1050 минимум. 1050 минимум в коробке лежит. Мне кажется, она может врать. Здесь. Давай, покажи мне, глядя в глаза, где деньги? Любовки, у тебя. В голубой коробке деньги. У нее много денег. Я хочу придумать какие-то производные вопросы, которые будут ее гнать куда-то, что она соврет. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ты студентка? Да. Тебя зовут Настя? Да. Деньги у тебя? Да. Задумалась. Да не у нее деньги, нет, не у нее. Деньги здесь. Здесь деньги. Нос потрогала, все, точно. Да, да, когда врет деньги. Это так не работает. Здесь деньги. Она уже даже назад отступила, как ты сказал, когда ее начали. Так, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Свет, пожалуйста. Бля! Батя, парень, девушка проиграла, парень. Сейчас переходим к следующим, ребята, участникам. Настю поздравляем. Сколько там денег-то? 10 тысяч. Поздравляем. Сейчас будет у нас две подруги. 6 тысяч рублей. Готово. Зовем участников. Наши две участницы нас на столе. Бутылки сейчас решили, кто из вас будет подглядывать. Кто из вас вообще хочет подглядывать или... Хочешь подглядывать? Я тоже. Ты тоже хочешь? Все хотят. Давайте, раз. Все хотят, два. Все хотят. Полина. Полина, стоп, подожди, Полина будет подглядывать. Берем ручку. Блин, там есть деньги? Да, там есть деньги, но ты знаешь, что они прошли. Хорошо, там много денег? Очень. Ну, не видно, но стопка там. Стопка есть, серьезно. Сочно. Выбираю эту коробку, то ставлю себе. Лена, зачем тебе деньги? У меня день рождения через неделю. А тебе зачем? Я улетаю после завтра. Значит, что они у тебя и так уже есть. А тебе Полина когда-нибудь врала вообще? Нет, я не ловила. Это ты так думаешь? Так, а почему она сейчас врет? Неизвестно. Блин, пипец. Еще раз деньги там? Да. Если я... Забираю оттуда деньги, я выиграю. Но ты не забирай, пожалуйста. По логике вещей ты должна взять ту коробку. Да, ту коробку. Но она, значит, меня обманула. И мне кажется, деньги здесь. Надо принимать решение, Анастасия. Какую коробку ты забираешь? Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Открывай. Свет. Шесть. Следующие два участника, Тимур и Паша, два друга. Сейчас решит бутылка. На кого покажет горлышко, тот и подглядывает в коробку. Ну, это, наверное, да. Больше Паша. Я знаю, что деньги в синей коробке. Ну да, допустим. Ну давай, я забираю. Ты же меня не будешь обманывать, Паша? А может быть, в это я не помню. Я знаю, что деньги в твоей коробке, поэтому... Я закопался. Да, я сам себя закопал, но ничего страшного, в той коробке деньги. Ну не знаю, в предыдущем раунде девчонки доказали, что женской дружбы не существует. Это пустая коробка, если что, но выбор за тобой. Я, кстати, постучал, но она даже не гремит. Опа! Раз, два, точно? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Не будем затягивать, следующие участники у нас два незнакомых человека. Ну что, ребята, следующие два участника – это Гоша и Ричард. И, кстати, ребята, Ричард – это мой подписчик. Ричарда я выбрал случайным образом среди своих подписчиков на Ютубе. Если ты тоже хочешь попробовать принять участие в видео, попробовать сыграть какую-нибудь такую игру, выиграть много денег, ну или просто засветиться на Ютубе, то нажимай на красную кнопку «Подписаться», чтобы она стала серой. Тогда ты, во-первых, поддержишь меня, во-вторых, получишь шанс сняться в видеоролике. И, кстати, среди своих подписчиков я сейчас разыгрываю JBL-колонку. Правила напомню в конце видео. Ну все, больше не затягиваю и начинаем. Кто из вас что хочет? Кто хочет подглядывать? Кэш, кэш, все. Мне нужен кэш. Все хотят подглядывать. Все равно, да? Все. Ты уверен в себе? Не очень. Так, Ричард. Ричард будет обманывать. Так, отворачиваемся. Я, честно, уже сам забыл про эту коробку, я положил баб. Так, все, гол. Там деньги, да? Да. Сколько? Больше 10 тысяч. Как ты это понял? Я что там больше 10 тысяч, а когда ты посмотрел, ты включил интуицию, я понял. Не, ну на что ты их потратишь? Маме дашь? Что? Батя на дворе, у него скоро дворе. Деньги, подожди, деньги точно получаются в этой голубой штуке? То самое. Они у тебя? Да. Гош, что думаешь? Обманывай? Мне кажется, это не голубой. Тебе кажется, голубой?
Мое мнение, мне кажется, что тоже фиолетовый. Ну, мне так кажется. Не, я поверю. Ты подумаешь, что, понимаешь, подписчики не могут обманывать. Ну да, подписчики не могут обманывать, и ты сейчас обязательно поставят лайк, уже с вами договорились. Помните, ребята, вы же не можете обманывать. Так, ну все, насчет. У тебя есть последние 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Цвет включается. Там ничего? Сколько поднял наш подписчик? 40, 50, 60, 75 тысяч. 75 тысяч! Спасибо! Ну что, ребята, сейчас будет финал. Две девушки против двух парней. Ребята, финальный раунд заключается в том, что у нас есть, получается, 4 победителя в каждой паре. У нас есть 2 девочки и 2 мальчика. И они сейчас будут вместе бороться друг против друга, то есть парно. Вы хотите подглядывать? Мне без разницы. А вы хотите подглядывать? Да. Туда я они подглядывают? Да. Все, разворачивайтесь. Там есть деньги? Где? В коробке. Какой? Синий. У вас есть деньги, он спрашивает? Да, у нас есть деньги. Давай проверим. Просто. Даже не будем спрашивать. И в какой? Синий. Я Насте доверяю. Да, ты говоришь, блин, она переживает. Человек начинает переживать, после того, как ты говоришь, он начинает переживать. Не, она прям запереживала, когда он спрашивает. Давай проверим. Я уверен. В синей коробке по-любому. Опа, 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 тихо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Свет, я знаю, включаем что... свет, открывай коробку. Я знаю, что тут деньги, потому что я вижу, как Полина расстроилась. Да! Сколько там? 6 тысяч, но это рандомно, ничего не поделать. Стоп! Ребята, прежде чем вы выключили видео, я опять забыл вам напомнить про конкурс на JBL-колонку. Я неделю назад запустил конкурс на JBL-колонку за 20 тысяч рублей. И все, что нужно, чтобы принять участие, это просто подписаться на мой канал, поставить лайк под это видео и написать комментарий с ответом на вопрос, где бы вы слушали музыку на максимальной громкости с этой колонки. Вот этот бумбокс. Результаты уже будут послезавтра. Желаю всем удачи, обязательно принимайте участие. В этой битве явно побеждают девочки, потому что, ну, пишите в комментариях, мне кажется, девочки действительно лучше умеют врать. Так что, если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал, и пиши в комментариях, если хочешь принять участие в таком же видео, как Ричард. Пофигу уже на свет. Ну, а с тобой был Герасев. Ребята, всем пока!